С начала этого месяца начал курсировать маршрутный автобус между Якутском и Алданом. Пока ездят только 3 автобуса. Это связано с небольшим пассажиропотоком. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Ежедневно в Якутском автовокзале курсируют десятки междугородних автобусов. Совсем недавно к ним присоединились еще 3 выполняющих рейс между Якутском и Алданом. У нас единственный такой маршрут, который будет круглогодично выполнять эти рейсы. Маршрут совсем новый, он начал работать только с 1 апреля. Знают о нем далеко не все, а потому пассажиров пока совсем мало, в основном из Алдана. По словам самих водителей, из Якутска пока мало кто едет. Когда-то еще раньше был такой маршрут, но его прикрыли. И вот теперь мы пытаемся воспроизвести его заново. Я сюда приехал пока без пассажиров, потому что еще никто сильно не знает. В основном ездят люди на такси. Но мы надеемся, что будут ездить с нами. Со временем, когда станет больше желающих, то планируется расширить автопарк такими же новенькими автобусами. Отличаются тем, что, во-первых, повышенной вместимостью, повышенной комфортностью, так как они совершенно новые, это совершенно новые стандарты безопасности, и на них установлены уже эргономичные кресла. Этому мы способствуем, наверное, развитию перевозок между Якутском и Алданом, вообще Южной Якутии. То есть, в принципе, эти перевозки будут развиваться. Путь до Алдана занимает порядка 8 часов. Так как все автобусы совсем новые, то и дорога им дается легко. У нас все машины такие импортные, везде стоят GPS-ы, тахографы, все это у нас под контролем. Скорость мы не превышаем. Ну, естественно, ответственность за пассажиров, все это. Я занимаюсь перевозками пассажиров очень давно уже. В городе Алдане занимался по городу. А тут вот в эту фирму перешел и начали межгород работать. Совсем скоро закроется ледовая переправа. В этот период автобусы также ежедневно будут выполнять рейсы, но до Нижнего Бестяха. И отправление будет с Нижнего Бестяха дожидаться пассажиров, когда будут переправляться на подушках. Октябрина Иванова из поселка Нижний Куранах сегодня стала единственным пассажиром, выезжающим из Якутска. Узнала она о возобновлении этого маршрута совершенно случайно. Но плохо то, что в одно время вот этот маршрут ездили одни таксисты, выбирали. А сейчас вот наоборот хорошо, что вот от автовокзала именно такой вот маршрут уже открыли. И подешевле, конечно. И о чем меня радует, что заезжают в Нижний Куранах. А то обычно, когда мы ездили на автобусе, нас высаживали на повороте там. Вот это было очень неудобно, особенно зимой. Юрий Осипов, Руслан Павлов, Евгений Лугинов, Гаврил Дичков, Сергей Шипачев, НВК «Саха», Алдан, Якутск.